Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей прошел в Тазоводском районе. Он был организован социальными участковыми совместно с волонтерами Победы. Хочу помочь военным. Мне кажется, это всем должно быть важно. Все должны помогать, чтобы был мир на земле. Потому что мы, мамы, жены, хотим помочь своим военным. Сегодня волонтеры Победы проводят мастер-класс по изготовлению окопных свечей в соседском центре «Вместе». Волонтеры Победы очень поддерживают активную деятельность жителей. Мы плотно сотрудничаем с социальными участковыми, всегда откликаемся на их просьбы, помощи и поддержки различных проектов. И поэтому мы всегда рады приехать и провести обучающий мастер-класс.